В Авзгуту прошла конференция, посвященная 20-летию волонтерской организации «Корпус доброй воли». Она была организована 20 лет назад на кафедре социальных технологий. И сегодня за круглым столом собрались самые разные добровольческие объединения, чтобы обсудить вопросы по этой работе. Все это в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» «Наспроекта образования». Ожидается, во-первых, обмен мнениями между различными волонтерскими организациями нашей республики. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между нашим университетом и Общественной палатой Республики Бурятия. Ожидается принятие резолюции, которая послужит такой путеводной дальнейшей программой для развития волонтерских организаций в нашей республике, в нашем городе. Они работают каждый по-своему, как, ну, может быть, где-то лебедь, рак и щука. Они должны все идти в одном направлении. Обязательно должно быть такое патриотическое, какое-то воспитательное действие они должны оказывать, правильно? Особенно, если это касается студенческой молодежи. На конференции поднимались вопросы и о консолидации всех волонтерских общественных организаций. Я думаю, что нам необходимо собрать все силы и сделать какие-то общие проекты, потому что у нас много организаций ветеранских, много молодежных организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием, занимаются добровольством. Нам надо создать такой симбиоз социального партнерства, чтобы более качественно развить эти направления. По итогу конференции участники пришли к таким выводам. В первую очередь, надо консолидировать усилия всех добровольческих объединений. Помимо этого, необходимо продолжать обмениваться опытом не только на региональном, но и на федеральном уровне. Выработать единый план деятельности организации. Также рассмотреть вопрос с правительством Бурятии о наградной политике для волонтеров.